компаниям, которые только планируют участвовать в государственном заказе, да, или они, допустим, уже выбрали торги, в которых они хотят принять участие, заранее подавать заявку на рассмотрение на банковскую гарантию. Почему следует это делать? Вот представим ситуацию. Компания выиграла аукцион на 50 миллионов рублей. При этом банковская гарантия будет 5-15 миллионов рублей. Да? Но компания по своему финансовому состоянию не может получить данную банковскую гарантию. То есть они либо не подписывают контракт, не получая гарантию, да, либо же они получают гарантию, но с какими-то дополнительными требованиями. И, как правило, банки выставляют требования достаточно серьезные. Это приобретение векселя, да, это может быть депозит, это может быть залог имущества. Не каждая компания готова предоставить такой вид обеспечения.